внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Чернобыль складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Государственные органы вводятся частями. Необходимость провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также на первую thank you.
Thank you.